Чаем не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай об этом. Посмотри! Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Let's go.
проделал? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Ха. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Понял. Ну. Я боюсь смотреть. Удачи. Те пилы были страшными. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Для ветров Хель может подняться на балкон для лучшего обзора. Thank you.
Хорошо, продолжай. Готов. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Смотри, ловушка для ветров. А эти? Мысль быстрее ветра. Хм, может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они им нравились, растут вся стена в их изображениях. Thank you.
Атрей, сюда! Да, отец! Что такое? Ловушка. Отец! Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Мидгард посерёд. Но какой рычаг тянуть? Средний. Средний. Надо по порядку. Правый рычаг. Средний рычаг. Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Левый. Средний рычаг. Тяни правый. Средний рычаг. Средний. Левый. Средний. Левый. Просто отлично! Левый. Средний. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце слева. Правый рычаг. Левый. Средний. Левый. Правый рычаг. На Мидгард солнце. Тяни правый. Средний рычаг.
Левый! Средний! Левый! Средний! Средний! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Левый! Средний рычаг! Луна слева, солнце справа, Мидгард в центре. Левый! Средний рычаг! Правый! Средний! Правый рычаг! Средний рычаг! Левый! Средний! Средний! Надо по порядку. Луна слева, солнце справа. Левый! Средний! Луна слева, солнце справа, Мишка в центре. Левый! Средний рычаг! Тяни правый! Луна, Мидгард, солнце! Луна! Средний рычаг! Тяни правый! Средний! Левый! Получилось! Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Останови эту цепь! Как? Я не знаю! Я знаю, что делать! Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Зато ты спасся. Это было умно. Руна у нас! Все получилось!
посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо. Целься в лицо. Меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?
Йорф! Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Лемнос. За окончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не скисло? Кто знает. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А... Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Идем. А мне понравится быть богом. Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем.
ты глянь, кто пожаловал. Говорил я, ничего с ним не сделается. Как-нибудь приноси мне их еще. Поскорее. Ну что, удачной тебе резни. Поэтому ты меня туда не пускал. Куда они взялись? Они мое бремя из прошлой жизни. Ну, теперь это и мое дело. Я хочу знать, как все было. Это уже в прошлом. Вспоминать ни к чему. Так правда может быть не нужно. Когда-нибудь ты поймешь. Ну, поверю на слово. Я скучал по его ветеркам, по сладкому запаху жимолости и крови. Ну, судя по небу, на этот раз светом управляют светлые эльфы. Объясни. Видишь ли, светлые эльфы и темные... всегда сражаются за свет. Это мы знаем.
Но знаешь ли ты, что власть над светом переходила из рук в руки целых 213 раз? Правда? Да, обе стороны считают себя истинными хранителями света и утверждают, что борются за выживание. Но правда в том, что война идет так давно, что они уже не могут без нее жить. Объясни мне, Сварта Альфхейм означает «страна темных эльфов», да? Да. Но ты сказал, что темные эльфы уже давно в Альфхейме. И раз... Разве гномы не из Сварт Альфхейма? Они не похожи на темных эльфов. Ты так думаешь? Значит, ты намного наблюдательнее асов. Это они не видят между ними разницы, и именно они придумали это название. Сами гномы называют свой мир Нидовлир. Темные эльфы не из Сварт Альфхейма? Именно. Они эльфы, просто другого цвета. Неизвестно, кто появился раньше, но все они из Альфхейма. Если это один народ, зачем они воюют? Это очаровательно. Что? Так устроен мир. А, ну, очень жаль. Возвращаемся в канаву?
быть готов.
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Thank you.
Что это?
А вы двое грозная сила. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Эй, Синдри, ты знаком с Мимиром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи. И стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться.
Что это значит? Слушаюсь. Что написано? Что-то про вечную войну за свет. Как думаешь, мы ее остановили? Вряд ли. Куда дальше? Нашли алхимика, о котором я говорил? Братья Хульдры, кто ж их не знает, они всем известны. То есть печально известны. Они создали Мьёльнир, великий молот Тора, самое страшное оружие асов, проклятие великанов. Они сделали молот Тора? Я думал, они против асов. Ну, сейчас-то да. Но это было давно. Они зарабатывали себе репутацию. Хотя в тот раз перестарались, я так считаю.
чтобы сделать кое-что для вас. Найди его в ваших интересах. Если я бог, наверняка могу летать. Нет, нет! Богам тоже нельзя сходить с тропы, поверь мне. Погоди, Мимир, как ты назвал Брока и Синдри? Братья Хульдры? Ага. Но они же гномы, да? Да. А Хульдры — духи леса. Да, красивые соблазнительные духи леса. И почему ты назвал Брока и Синдри Хульдрами? Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Ну и ладно. Прыгаем. Правда? Мать моя! Это плохая мысль! Готовься! Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. А?
куда же мы теперь пойдем? Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Как думаешь, Мимир, что Бальдру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас, чего нет у него? Один же царь богов. Он повелитель асов, но его власть не безгранична. И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Драконом. Он мне вовсе не друг.
Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Пойди сюда. Круто. Ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини ванов. Тогда я бы смогал.
Так, мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Thank you.
Так, я точно что-то видел. Я тоже видел. Фрея же говорила, что башня Йотунхейма пропала с озера. Но, может, не совсем? В самом деле странно. Здесь можно высадиться. Ничего себе! Что Один был мужем Фрей. Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу.
верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Шифра. Нужно найти еще несколько таких. Здесь должна быть башня, ведущая в Йотунхейм, но у меня странное чувство. Без сомнения, это связано с какой-то странной магией. И могу смело предположить, что ты эту магию чувствуешь. Thank you.
Сын? Пойди сюда. Стой, сейчас прочту. Нашли алхимика, о котором я говорил? Что это значит? Слушаюсь. Эти руны означают «внутри смерть». Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Заберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Но в смысле, я буду. Душеед! Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхалы, ни Хеля, вообще ничего, никогда. Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Thank you.
Я что-то вижу наверху. Кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Сын, сюда. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное. Трей, сюда! Да, отец! Ого! Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Сандвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Oh!
Замерзать! Да, проучи их! Ищи слабое место. Понял. Спокойно, без резких движений. Готовься! Чем думаешь? Спасибо, отец. Посмотрим, это ли кольцо алхимика. Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимик. Но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Прочесть можешь? Ладно. Эти руны начертаны в торопях. Написано...
и Гимстейни. Не знаю, что это. Не спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Что вы нашли? Другой раз. Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Мьёни Фракси... Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Эй, слышите? Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разинув? Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Ну что вы там ковыряетесь-то? Идем уже!
Сюда. Один хочет то, что не в его власти. Хочешь сказать, он нацелился на Йотунхейм? Да, это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, Мимир. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь в Йотунхейм. Но мы тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, ты меня слушал. Вы идете или как? Что я бог? Вот у него рожа-то вытянется. Нет, может, я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Я не могу прочитать. Но зачем скрывать, кто мы? Это Один любит секреты. Не лучше ли быть открытыми, как Тюр? У Тюра тоже были секреты. По своим причинам. Он хотел защитить людей. Ни к чему болтать зря. Но надо ли врать своим друзьям или родным? Думаю, Синдри бы понял и сам поступил бы. Ну что?
что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхейм, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О, боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. Я, кстати, кое-что понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да! Надоело уже слушать про мелкие беды мелких смерт! Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Синдри, правда, руки кривые?
почему ты был с ним так груб. Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать правду, даже горькую. Это было невежливо. Правда важнее, чем вежливость. Магма не согласилась. Она не богиня. Да ну, ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Что она не богиня? Она была лучше богини. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну и ладно. Неси ее сам.
Зачем было выдумывать, что Один хочет раньше нас успеть в Йотунхейм? Не проще было сказать, что они хотят нас убить, потому что мы боги и опасны для них. Но этого исключать тоже нельзя. Пути Одина скрытны, а его цели... Хватит уже про Одина и его семейство. Рукодина. Не попал. Вы с мамой всегда говорили, что боги злые. Но это не так. Тюр был добрым. И Фрея. Кто злой, так это Аса. И знаешь что? Один прав. Мы для него опасны. Мы знаем, кто мы, и можем их всех победить. Но не всех. Еще не всех. Хваленый Магний нас одолеть не смог. Они не лучше нас. И еще пожалеют, что с нами связались. Сделал с Магни. Родной отец назвал меня трусом. И словами не обошелся. Катись, или мы тебя добьем. Ах ты, ублюдок. Нет. Он побежден. Не убивай его. Он заплатит за слова о маме. Я сказал нет. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Что ты делаешь? Этот нож получше, чем мамин. Ты убил вопреки моему запрету. Вышел из себя. Ты сам учил меня убивать. Нет, я учил тебя выживать. Мы боги, мальчик. И у нас есть враги. Теперь отныне до конца времен ты отмечен. Я учу тебя убивать, да. Но чтобы защищаться. И никогда для забавы. Да он все равно никому не был нужен. Какая разница? Убийство бога приводит к последствиям! Каким? Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Язык свой прикуси, щенок. Как скажешь.
Зачем мы идем сюда? Мы что-то забыли? Думай головой, мальчик. Если Моди нас нашел, то и Бальдер где-то поблизости. Хорошо. Мне есть что ему сказать. Ты не будешь вмешиваться. Я сам разберусь. И ты его убьешь? Потому что он наш враг, да? Потому что он бы нас убил. Я сделаю лишь то, что будет нужно. Я помогу. Нет. Этот зал, но нужен другой путь наверх. Огонь справа!
получили. А, ты это мне? Я думал, тебе не понравил мой тон. Ты же помнишь, что тут не подняться?
Шахта тут старее. Только не вздумай брать ненужный хлам. Ладно. Thank you.
Что с вами такое? Оба так насупились, словно наконец заметили, что везде воняет дерьмом. Не бойся, скоро они снова начнут друг на друга орать. Ну, тогда помалкивай. Я делала все, что ты говорил, а взамен хотела лишь правды. Откуда у тебя эти клинки? Ты их прятал. Ты говорил об убийстве Бога. Ты убил Бога этими клинками? Кого ты убил, Дамагни? Скольких? Ты слышишь? Я тебя слышу. Но это не темы для беседы. Не испытывай мое терпение. Ладно. Эй, Мимир, представляешь? Выходит, я уже все знаю. Мне незачем больше учиться. А-а-а. Поздравляю.
сын! Что тут сказано? Сказано, не буди его. Да ладно! Мы убили всех, кого встретили в этих горах. Кто следующий? Братья, берегитесь. Впереди в тоннелях видны следы пребывания дракона. Мы его уже убили. А, правда? Ну, и как все было?
Сын. Неважно. Сюда, пошли! В атаку! Нет, стой! Thank you.
Мне следовало бы вам помочь, так что привет. Ну хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Почти на месте. Наконец-то. Ну, такое вообще никто не должен видеть. Спасибо. Мальчик, руну. Thank you.
Ого. Йотунхейм. Вот и он. Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет, я тоже бог, я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю зомби! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Тупой ублюдок! Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Сдаешься! Сдохните!
просто открывает. Эй, я задал вопрос. Ты опоздал! Дело сделано! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Все кончено. Да ну. Пусть так. Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Не двигайся. Ты мне поможешь? Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец, а ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом.